Хейоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Time Spinner, либо временной спиннер, давайте будем это назвать. Скачки во времени, путешествия во времени. Для меня это просто время спиннера. Так и буду его называть. Да не, он что-то по атаке такой же, как у меня эти были. Орбы. Как эти же орбы. Дамаг. Почему? Такой же дамаг, как у этих. Ну, зато мы забрали кошатину. Робот-кошатина, как это. Дальше тут какой-то город виднеется. Какой-то летающий шипс. Самолет, вертолет, аэродромщик, я не знаю. Мне нужно, короче, туда отправиться, чтобы посмотреть и узнать. Пад, ну, нужно что сделать для начала. Сначала нужно понять, что я собираю. Тоже за каждую эту, с каждой выпадает. Варденграй метро. Мы зашли в какое-то метро. Как видно, там поток воздуха. Нет, этим пассивно носится. А, то есть они просто летят к тебе и все. Там, где ты был в последний момент. Не, вот это, конечно, прыгать по платформе, это не очень, скажу вам, весело. Довольно забавно. Еще часть воспоминаний. Этот какой-то другой уже. Бля, я упал. Гиге. Гиге. Зараза. Не, ну, деньги, я не знаю, что это, опыт. Я забрать должен. Тут тоже, знаете, вопрос такой. По какой этой, по какому маршруту двигается платформа? Так, и развилочка у нас. Максимум хп улучшено. Еле видны платформы. Мне это нравится. Музычка такая. Библиотека. Библиотекарь. Добро пожаловать в Варндерграйскую публическую библиотеку. Чем я могу помочь сегодня? Или работаем каждый день? Типа открыты каждый день. Так, директ ми. Мне нужны какие-то директоров. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Много текста. Таблетс. Типа телефона, что ли, мне дали? Фамильяры, где мои? Так, у нас опять открывается возможность пойти по много мест. К
Когда я говорю во много, то это во много. А, это загруженные данные. Ну блин, ну... Видите, это типа истории. Ну блин. Камон, если бы игра была на русском... О! Ожерелье. Нет. Это было не ожерелье. Это что, еда была? А, вот карта. Все, есть все-таки. Да, мы уже с вами 16% игры прошли. Много мест, куда можно пойти. Роу, ворон. Привет, 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 ворон. Приветствует кого-то там по вороньим чем-то там. Типа он мне предлагает купить это, характеристики. Так, деф улучшается. Так, мне нужно на дамаг что-то. Нихера, 999. Ты гонишь? Ну, хотя, может быть, потом мне будут много платить этих душ. Так, ну я могу, в принципе, очки купить. И жилет купить, чтобы у меня было сопротивление урону. Везде, по одному. Юзающих итемов. Не буду их использовать. Так, продать. Типа оно сейчас на мне одето, да? Хорошо. У меня что, два их? Так, и отчетчики одеть. Ну, жалко, что они не отображаются на мне никак. Мне нужно продать. Так. Есть. Чтобы не валялось. Да, это получается просто у нас как в виде валюты. Карта. Сейф, комната. Ну, хотя бы теперь более-менее понял, что нам делать нужно. Ну, именно по управлению. Тихо. Водичка. Браслет. Что-то там колоссальное. А, это то есть для этих арбов. Тихо-тихо-тихо, браслет, браслет, браслет. О! Они у меня улучшенные теперь. Как с какими-то лезвиями стали. Прикольно. Они плюс еще самоуничтожают все. Еще прикольней. Ну, пойдем пока по низу. Го по низу. В эту сторону. Я вас понял, мне значит не сюда пока что. Потом туда пойдем. То походу сразу у нас в метро отправляют.
Дискет у меня нету. Давайте тогда выше. Там точно что-то есть. А, я туда пройти не могу. Все, тогда можно отправляться. Плюс 50. Да, здесь, знаете, можно просто подрочиться и пофармить эти кристальчики. Ой, мне дали аж за сотку. Ну, значит, да, скорее всего, потом дальше вам так нормально заплатят. Но этим я наношу так же, как наносил. Разницы пока что не вижу. Разницы нету. Так, закрыто. В основном у нас, как я понял, все на... Приятели, я тебя понял. Тут у нас лифт. Так, сохранение. Level up. Это платформа. Но он сам себя убил. Так. Значит, мне вниз, да, все-таки нужно идти самый. Ну, пойдемте вниз. А тут закрыто, класс. И что мне предлагают делать? Понятно. А, понятно. Воу! Монатин меня испугал. Ходящий пылесос. Блин, они медленные. Эти мечи. Мечи довольно медленные. Опа, часть брони. А, это тоже еда. Ну, это чисто одежда. Орбы. Ладненько, дальше. Мне бы сохранение где-то найти. Было бы замечательно. Выше пылесос. Voice 1. Voice 2. А я в тени спрятался? Ничего себе. О, это ж наш портал. Да, мы все остановим.
Ну да, мы его еще не можем запустить. Тогда погнали юзать. Как мне дискету? Каждому врагу разный урон. Но на них хотя бы нафармиться можно. Жесткий пылесос. Пипец, он стрёмный. Он стрёмный, этот пылесос. Манать. Ай-яй-яй-яй. Тихо, скоро буду хилку юзать. Так, рано сюда. Это плохо. Это очень плохо. Придется маленькую хилку эту тратить. Ладно, кубик сохранения. Так, еще раз время восстановлю. Готово. Плюс левел ап. Я хочу просто в эту сторону упасть. А, здесь у нас просто стоундук. Но хилы я буду в основном тратить только в экстренные случаи. Это когда уже точно поджмут меня. Зараза. То есть они даже не дают мне пройти сквозь них. Хорошо. Так, карта получена. Теперь убираемся отсюда. По идее, это карта лифта должна быть. Да? Да. Карта лифта. Так, давайте в самый низ. Так, Б ключа мне нету. А тоже нету. От подвала есть. Так, жемчужинка получена. Тут закрыто. Там какой-то проход, который мне сейчас не следует идти.
Погнали туда, куда я могу пройти. Это там, где почки были у нас наверху. Хотя... Вау! Нифига себе! Добежал. Дивимся. Там, хотя и там тоже может быть на секретное. Так, место похоже с битвам на босса. Да. Похож на какой-то огромный глаз. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вау-вау-вау-вау-вау! Так, стоять, стоять. Use items. Тихо-тихо-тихо, опять я вздыхаю. Отлично. Нужно было не юзать все-таки. И мне не дали даже сферу. Вау. О, что ты такое? Дракончик. Теперь у меня есть юнит. Лестница. У меня есть юнит. Ладно. Просто закоцался. Так, ну мне тогда нужно возвращаться в самые обратные.
Они до меня все равно. Просто убил, чтобы типа нафармить себе экспо. Выше. Ай-яй. Ладно, нормально. Маленький хил. А в смысле, я что, о сундуке забыл тогда? Забыл здесь. Как так? Как это так? Мне выбирай, да, прыгать или нет. Пожалуйста, не прыгай. GG. Я не хотел прыгать. Я хотел еще вниз пойти, там проход у нас был. Ах, жопа. Так, мы встаем, бла-бла-бла. Меня подсвечивают каким-то камешком, походу это лечебный. Где это я? Алхимик, да, алхимик. Она нам рассказывает, что она нас нашла в этом воде. Когда проходила, когда что-то услышала. Добро пожаловать. Ты торговка, да? Или нет? Да. Ну, в принципе. А, она меняет. Не, ну нахер. Ланг, блин. Это, конечно, херово получилось. Я хотел, понимаете, там полностью все зачистить, все собрать сундуки, а оно открыло портал. Вот оно взял и открыло портал. Ладно, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.